Путин не cède en rien. Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? А что, мало разве у нас кривых всяких режимов в мире? Мы что, везде будем вмешиваться во внутренний конфликт? Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил сделать? Что, разве был суд? Кто взял на себя это право казнить человека, какой бы он ни был? L'alliance avec la Libye est très importante. Acquise depuis la guerre froide. Pour Poutine, Medvedev semble ne rien comprendre à ces enjeux. Я посмотрел дебаты в Конгрессе. Конгрессмен спрашивает господина Кири, там есть Аль-Каида? Говорят, что они усилились. Он говорит, нет. Говорю вам ответственно, там их нет. Самое основное боевое звено, это Аль-Нусра, так называемое, это подразделение Аль-Каиды. Они знают об этом. Просто даже мне было не очень приятно это видеть, потому что ну, мы же с ними общаемся, исходим из того, что это приличные люди, ну прямо, ну врет. И знает, что врет. Ну, это печально. Спасибо. По поводу поставок оружия правительству Асада. И по поводу того, на чьих руках кровь граждан, в том числе и детей. Я думаю, что вы не будете отрицать, что кровь на руках с обеих сторон. И всегда возникает вопрос, кто в этом виноват. Я думаю, что вы не будете отрицать того, что вряд ли стоит поддерживать людей, которые не только убивают своих врагов, но вскрывают их тела и съедают их внутренности на глазах у публики и под камеры. Вы хотите поддерживать этих людей? Вы хотите этим людям поставлять оружие? Ну тогда это, видимо, вряд ли имеет какое-то отношение к гуманитарным ценностям, которые уже сотнями лет проповедуются и исповедуются в Европе. Во всяком случае, в России мы себе такого представить не можем. А если говорить без всяких эмоций, по-деловому, то хочу обратить ваше внимание на то, что Россия поставляет оружие законному правительству Сирии в полном соответствии с нормами международного права. Мы ничего не нарушаем. Я хочу это подчеркнуть. Ничего. И призываем всех наших партнеров действовать. Евроатлантические страны фактически пошли по пути отказа от своих корней, в том числе и от христианских ценностей, составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные начала и любая традиционная идентичность, национальная, культурная, религиозная или даже половая. Проводится политика, ставящая на один уровень многодетную семью и однополое партнерство, веру в Бога или веру в сатану. Эксцессы политкорректности доходят до того, что всерьез говорится о регистрации партий, ставящих своей целью пропаганду педофилии. Not only the architecture of global finance has to be changed. We are talking about the fact that a system based on interaction of a number of major centers should replace a unipolar world.